Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Российские знаменитости, чьи фамилии звучат, как обычный набор букв. Эти знаменитости прославили свою трудновыговариваемую фамилию, и теперь у многих она на слуху. Однако не каждый способен произнести их фамилии без ошибок и заминок. В этом ролике собраны российские звезды, чьи фамилии звучат, как набор букв. Евгения Крекжде, известная актриса, заслуженная артистка Российской Федерации, имеет трудновыговариваемую фамилию. У знаменитости русско-латышское происхождение. Мама Евгения русская, а папа латыш. Несмотря на типичную фамилию, Евгении удалось обрести популярность в российском кино. Она снималась в таких сериалах, как «Любовь как любовь», «Даешь молодежь», «Заступники», «Обратная сторона Луны 2» и многие другие. Григорий Сеятфинда – популярный российский актер, заслуженный артист Российской Федерации. Родился в Тюмени. Его папа Дэвид родом из Замбии, что в Африке находится. Поэтому фамилия актера такая нетипичная для российских телезрителей. По одной из версий, настоящая фамилия Григория и вовсе Сеятфинда, но паспортистка не смогла правильно ее записать, и поэтому по документам он Сеятфинда. Агата Муцениеце – российская и латвийская актриса, чью фамилию тоже сложно правильно произнести с первого раза. Агата прославилась в 2009 году, когда снялась в эпизодической роли сериала «След». Широкую известность и популярность Агата получила с выходом сериала «Закрытая школа», который вышел на экране в 2011 году. Сейчас она активно снимается в кино и сериалах, посещает светские мероприятия, ведет различные телепрограммы, а ее трудновыговариваемая фамилия стала известной на всю страну. Валерия Бурдужа. Молодая российская актриса, родом из Архангельской области. Дебют в кино состоялся в 2013 году. Она снялась в сериале «Ангел или демон». Также она снималась в таких сериалах, как «Менталист», «Я все помню», «Второе зрение» и другие. У знаменитости необычная фамилия, которую тоже трудно произнести правильно с первого раза. Лянка Грыл – российская актриса театра и кино, русско-молдавского происхождения. Дебют в кино состоялся в 1992 году, но широкую известность она получила после выхода сериала «Барвиха». Также она снималась в таких сериалах, как «Золотые», «Сыщики 2» и в картинах «Возвращение мушкетеров» или «Сокровище кардинала Мазарини», «Гудбай Америка», «В спорте только девушки» и другие. Фамилия актрисы больше звучит как набор букв. Татьяна Арнгольц. Знаменитая российская актриса, чья фамилия вызывает некоторые трудности при произношении. Сочетание нескольких согласных букв подряд больше похоже на случайный набор букв, поэтому простые люди могут и перепутать произношение. Татьяна родилась в семье заслуженного артиста Российской Федерации Альберта Альфонсовича Арнгольца и посему продолжила прославлять их фамилию вместе со своей сестрой-близняшкой Ольгой. Всем большое спасибо за внимание. Пишите свое мнение в комментариях, какая фамилия вам труднее всего дается в произношении. Желаю всем всего самого наилучшего и всего доброго. Всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока.